автофутбол парами. Это что, свингер-пати получается? Можно я выйду отсюда, пожалуйста? Просто я хочу выйти. Фу, как воняет. Это ты от страха? Господи, как мне страшно. У меня нога вот так вот на сцеплении. Сцепление, тут его нет. Ребята, это так офигенно вообще. Мотивацию надо поднять. Женщины и футбол несовместимы. Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Сейчас мы будем снимать вашу любимую рубрику. Это автофутбол парами. Сегодня у нас на касте, на фите Дима Гордей. Привет, братва. Мой парень. Никитос и Санчоус, точнее, Санечка. Приветик. Здравствуйте. Это будет настоящее месиво, потому что когда ты играешь в одного, у тебя как бы одна лошадиная сила, а тут у нас целых две лошадиные силы будут по команде. Будем мы играть не ногами, мы будем играть на наших дорогих автомобилях. И сегодня на фите у нас две машины, М5 и А60, ваши любимые, и, конечно же, неповторимый гелик. Как мы будем распределять машины? Мы будем их распределять вот этим жребием. Но перед этим я расскажу правила. Всего у нас будет два тайма по 15 минут. Каждые 15 минут каждая команда должна забить максимальное количество голов. Врезаться можно? Врезаться можно. Ну, поаккуратнее, но если вы цокнете, ну, я думаю, мне кажется, что можно без контакта обойтись. Ну, можно, да, но это уже вопрос к нам, когда мы, девушки, за руль сядем. Мне кажется, сегодня будет контакт не между машинами, а между парами. Скорее, потому что драки там, ссоры будут. Ты куда лезешь? Да, да. Вот, по 15 минут каждый тайм. Потом, когда вот первый тайм случится, сначала парни будут за рулем. Потом второй тайм, девчонки будут за рулем. Это самое интересное будет. Предлагаю еще поменяться машинами. Это что, свингер-пати получается? Oh my. Но мы играем, кстати, не на приз. Мы играем на поражение. Отлично. Все вот эти вот призы, типа 200, 400 тысяч. Это зачем? Если можно просто проигравшему что-нибудь неприятное Пендит. Захавать. Конечно. И сегодня у вас ни на что любви нет? Я вчера отравился. На кактус. На кактус есть? Да. Ну, кактус мы не будем есть. У тебя есть что-то на самом деле? Окей, мы будем пить очень неприятный коктейль, после которого захочется чуть-чуть опорожнить какой-нибудь тазик. Вы должны будете не просто выпить, а вы должны будете выпить и поцеловаться. То есть, я так говорю, как будто они уже проиграли. Почему мы это узнали только, когда мы сюда приехали? Ладно, давай подкидываем монетку. Мы кто, Орел? Мы Орел, да. А мы Решка. На изи. А чё, подожди, что? Орел-то это что значит? Ну, Орел выбираем. Тот, кто выбирает. А мы-то какую машину выбираем? Да, да, нет, я про ну, это. Сейчас подумаем, да. Орел, все как хочешь. М5. Да. Как неожиданно и приятно. Ну чё, готовьте щёку, погнали? Нет, на моем канале этого не будет. Готовьте кофеёку и погнали. Это? А какие правила-то вообще? Есть только одно правило. Никаких правил. Никаких правил. Важно сказать, что один у нас будет тестовый заезд, чтобы мы смогли опробировать наши машинки и понять вообще, как играть в этот огромный шар. Кстати, у нас рефери будет. Вот, это Мишель, вы уже знаете ее как мою сестру. Все, по машинам теперь. Let's go. Ух ты, какой у тебя крутой смартфон. А его подсветка так классно сочетается с твоей машиной. Прямо симбиоз. Иными словами, 100% мэтч. Да, он мне тоже очень нравится. Прям держу его в руках и чувствую дух гонок. Вот, возьми его. Офигеть, и правда, первый раз такое встречаю. Я прямо почувствовала скорость и драйв. Теперь я понимаю, чем он тебя зацепил. Да, Infiniix Note 30 в гоночное здание покорил мое сердце. Киндеры, хочу вновь вам представить настоящее сокровище. Infiniix Note 30 VIP гоночное издание. Это истинное воплощение скорости и духа уличных гонок. Держа этот смартфон в руках, вы можете ощутить себя водителем настоящего суперкара. А чего только стоит его дизайн. Note 30 VIP гоночное издание создавался совместно со специалистами Design Works, входящих в группу компаний BMW. И именно BMW стали вдохновением для создания такого дизайна. Смотрите,
корпус смартфона выполнен из специального кожаного материала. Он не только долговечен, но и стильно выглядит. Кроме того, у смартфона современный мощный процессор с отличной производительностью в играх Mediatek Dimensity 8050. Качественное звучание, универсальная быстрая зарядка на 68 Вт. Чтобы зарядить телефон до 80%, потребуется всего лишь 30 минут. Буквально несколько дней назад Note 30 VIP гоночное издание поступил в продажу, так что теперь вы сможете стать его счастливым обладателем. Не медлите и летите навстречу скорости по ссылке в описании. Блин, а где они? А что он стоит-то там? Что ты стоишь? Давай, 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 давай! Давай, бей, бей! Бей, давай, его поймаю! Все, начинаем? Ну и все. Тихо, тихо. Да руки не высовывай. Мне кажется, он взорвется. Мне хочется забить и точно ремнем пристегнуться. Да это так странно. Я закрою, пожалуйста. Просто лопнул. Кусь. Тихо, тихо. Аут! Аут. Аут, реально аут. Сейчас я все сделаю. Отойди. Аня, слушай, нам сказали, что правил никаких нет, кстати. Что в горде, ты это видел? Вау, 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 вау! Блин, слишком медленно! Все, обгоняем! Да подожди, ты дым, я не пристегнулся! Да, вот все, он улетел. Это очень стрёмно. И это только тестовый. А, это тестовый? Да, это тестовый. Вам просто нужно пробить один мяч, чтобы... Привет, Ласкопар! Аут, 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 аут. Мы откатали тестовый тайм, и сейчас самое время начинать. Жесткий раунд. 15 минут, отсчет пошел. Мне нравится, как потряхивает, его горит куча ошибок, у меня ноль бензина. В целом, привычная для меня атмосфера, поэтому нормально. Музыкальная пауза. Ребят, хочу вам напомнить, что уже 1 ноября пройдет розыгрыш Е38, который мы выставили в Идеал. И хочу внести небольшую ремарочку. Теперь у победителя будет выбор. Он сможет забрать либо лям наличкой, либо же машину. Лям наличкой, либо тачку Е38, прям как из бумера. Участников розыгрыша уже 4500, поэтому если вы хотите присоединиться, то я ссылочку оставляю снизу. И напоминаю, что скоро будет повышение цен до 1000 рублей, поэтому успевайте купить билет по старой цене. И небольшой лайфхак от меня. Чем больше билетов вы покупаете, тем выше шанс, что вы выиграете машину, ну, либо же 1 000 000 рублей. Ну что, увидимся с вами по ссылке снизу. Залетайте! Давай, бей! Бам! Бам! Я не вижу его вообще! Вот прям за мячом он! Всем привет! Мы играем в футбол на машинах! Ё-моё, это опять прессинг! Бам! Опять прессинг! Господи! Мяч! Вообще, один гол-то будет уже сегодня? Как ты думаешь? Не знаю. Не, ну можно типа в открытую играть, но более рискованно, типа, тогда прикольно. Куда она не едет, гад? Твою мать! Смотри, какой резвый! Просто замечательный, ты самый лучший, реально. Это ты такая странная штука. Почему? Боже мой. Да не едет она! Разворачиваемся. Давай, направо. Ага, молодец. Ё-моё!
воняет, да. Да. Это ты от страха пукнул? Я не понимаю, как в этой игре забить. Фу, я настолько в азарте, что особо даже не говорю просто. Короче, пойдем на ворота, вернемся. Сыграем это защита опять. О, господи, так, господи, он нападает! Он нападает! Попробуем отбить его, чтобы он отлетел. И вот как я до этого уже делал, попробовать быстро по кругу проехать вот так. Да, вот, вот это нечестно. Типа, да, это вратарь, он голкипер. А может нам побить его в угол? Да. Да! Он едет. А я что думал, там ничего нет. Давай назад, Кость, давай назад. Давай. Как думаешь, мне получится за рулем побыть? Да, но надо быть очень аккуратным. Ну я не знаю, как вы будете забивать, даже я не понимаю, как это сделать вообще. Ну да, я вижу, что... Очень самое стрёмное, что мяча вообще не видно. Ну, за мячом, вернее, да, не видно машины. Да, за мячом? Стой! Много затратно по энергии! Давай! Либо мы убьемся. Понимаешь, давай поменяемся. На шестой минуте. На шестой минуте. Я физически устал. Да, я тоже. Жарко, жарко. Ребят, когда сражаются парни, это просто нереалочка. Они вот борются до последнего. Все их мужское нутро брошено на то, чтобы забить этот чертов гол. И прошло 6 минут, и один гол был забит. Сейчас было принято решение поменяться машинами, чтобы Саша с Никитосом могли вкусить вкус скорости. А мы пересаживаемся на гелик. Я поняла, что тактика гелика – это защита. Тактика М5 – это нападение. Поэтому сейчас ребята будут форвардами, а мы будем... на воротах. Ангелин, слушай, я считаю, что для такого проекта тебе пора покупать уже новую проектную машину. Да, я думаю, как раз после этой съемки мы займемся этим вопросом. И хочу найти какой-то классный внедорожник, подстать гелику. На дроби найду классные варианты. Я думаю, это отличная идея. Ангелин, съемка еще не закончилась, а ты уже выбираешь новую машину? Ну да, что такого, Дим меня прям вдохновил. И на дроме столько крутых объявлений, прямо то, что нам нужно, смотри. Киндеры, мотайте на ус. Меня уже не раз выручал дром, когда нужно было купить подходящий автомобиль. Круто то, что здесь более 500 тысяч актуальных и честных объявлений о продаже авто со всей России и самые подробные отчеты об истории авто. Так что смело идите за машиной на дром. Пам! Пам! Че, не умеешь? Котя, что? Что происходит реально? Мама! Рубава, да, у нас играть. Нормально перекрыл. Защита сработала. Защита сработала. Ой, блин. Направо, направо. Давай, давай. О, давай, давай. Заеди, давай, заеди. Не пробивается что-то, да? Ой, разорвет его. Блин, Молодец! Один-один. Молодец, Котя. Ну не,
ну на этой тачке явно попроще, конечно. Ну, есть такое ощущение. Потому что очень там, он, видишь, он, как и я, передача да, путается. Да, он да. не может назад, резко вперед. А здесь ты воткнул, поехал. Ну, мне кажется, в гелике самая большая проблема в передачах, да? Ты тоже не мог с драйвом и с реверсом? Ну, поначалу, да, да, было непривычно. Но в целом мы придумали правило, что, типа, меняемся машинами весь тайм. Ну, по сути, это получается, как будто каждый раз один в нападении, другой в защите, типа. Ну, типа того, да. Да, и да. кто за тайм больше успеет забить. Под Дзюбой Кокорин, да? Ну, типа того. Осталось 8 минут, и, как вы уже поняли, после каждого забитого гола мы меняемся машинами. Все, там он кидает. Ну, пускай он пинает, ё-моё. А, он тоже пусть отправит. Где он, да? О, боже! Давай, давай, давай! 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 Yes! Прошло 15 секунд. 15 секунд прошло. Чувствую, Ангелина сегодня будет есть невиданную смесь. Ну, сейчас я прям почувствовал, что сейчас он попытается уйти налево, я направо и быстренько так. Не, ну самое интересное начнется, когда вы будете за рулем. Вот это вообще не знаю, что будет. Мы просто будем стоять на месте одном. Да, Кость, я вообще переживаю сильно сейчас. Че, сколько у нас еще есть минут? 8 минут. 8 минут. А, прошло 15 секунд, да, всего лишь? А вообще, кто ведет секунд? Кто ведет счет? Один. Да, да. И они еще в выигрышном положении, так что нам нужно напрячься, пойдем. Тебе давайте. Нужно напрячься. Мне нужно напрячься. Желаю вам удачи. Ребят, это так офигенно вообще. Мне нравится, что игра пошла, нет вот этого вот затупа, когда мы что там в углу трёмся. 3, 2, 1. У нас есть 7 минут. Ну это просто бегемот против гепарда. Все, идем в нападение, нормально. Я хочу, короче, максимально долго тянуть этот раунд, чтобы остаться подольше на М5. А, ну, кстати, да. Потому что у нас уже преимущество. Мы нападаем! Во-во-во-во-во-во-во! Бам! Нафига! О-моё, зайка! Зайка, разворачивайся! Я сосредоточен на 100%. Просто вот сейчас я, когда я веду, появилась идея попробовать выиграть. Отпустим мяч. Да. Главное, пусть они его сами пригоняются. Да, но сейчас, мы, сейчас ошибусь, будет гол. Гол. Вот. Вот. Им или нам? Блядь. Да будет гол. Два-два. Ну это стало интереснее. Мы оба почувствовали, что можно делать, чтобы забивать. Я бы не сказал на самом деле, что на гелике сложнее. Да, он больше, у тебя больше площадь и увереннее ты едешь. Прикольно, что по разу забил Диман на М-ке и по разу забили мы на гелике оба. Ребята, у нас ничья, поэтому еще интереснее будет играть. Нам, девчонкам, надо выкладываться на полную катушку, чтобы выиграть этот челлендж и не есть всякую бяку. А блин, там такое месиво будет. О, господи, как мне страшно. Вера в себя. Да, вера мотивацию в себя. Мотивацию надо поднять. Мотивация просто чудо. Все, погнали. Все четко. Все, пошла. Левее. Стой, стена же. Я вижу. Давай. А ты говоришь, что мне страшно было с тобой нет, сидеть? Такой... Пусть убивает. Куда? В атаку! Успокойся. У меня нога трясется. Все хорошо. Аккуратненько, обводи его. Да. Назад? Здесь вперед. Вот мяч. Давай. Она его забьет. Мы кипим, да. Правее. Нет, успокойся, пожалуйста. Ты меня так нервируешь. Все, я молчу. Больше ничего. Я тебя поддерживаю. Вообще-то неблагодарная ты. Да, я неблагодарная. Мы
кипим. Мы кипим, да, и воняем вообще, и вообще я просто уже устала. У меня нога вот так вот на сцеплении. На тормоз. Тихо. Давай. Аккуратненько. Автогол! Дай пять. Ты меня хвалишь. Ты молодец, что? Автогол заработала. Ой, я смотри, он дымится. О, гелик задымился. Гелик дымится! Все, пойдем вырубать. Ура, Ангелин, я забила гол, прикинь! Сама забила гол, как здорово, скажи! Забили гол, остужаем тачку. Нормально. Нападение, я Санька не ожидал просто. Ну чуть не забил гол. Это на Никитоса, блин, наслушалась. Давай, вот так, молодец, все, ты уже умеешь. Все, иди. Пошла. Аккуратно. Аккуратненько. Ворота вставай, просто вставай. Это было too much, но мы можем пробовать. Они сейчас сдохнут, мне кажется. Рукой. Можно же тогда касание рукой? Он так пахнет. Давай. Спокойно, не суетись, зай, просто очень много лишних телодвижений. Объезжай его, вот, да, стой. Зачем так резко, что ж ты делаешь? Ну, не суетись, пожалуйста, спокойно, просто она спокойно. Она кипит, зай. Блядь, они там гелику просто капец. Твоя задача просто закатить мяч, они кипят, они даже ехать не могут. Почему-то хочу сказать, что я верю в Санечка, хотя она мой противник, как бы здесь. Тормози! Боже, можно я выйду отсюда, пожалуйста? Просто я хочу выйти. Тормози. Она меня блокирует! Все, в атаку! Держись, братан, мы справимся! Ты сказал, мотивацию надо поднять! Я ее подняла! Я хочу, чтобы все закончилось. Все, заглох. Да? Ну не знаю, нажми заднюю. Нажми заднюю, поедет. Нет, не знаю. А что с рулем? Ну, рулится, все нормально. Так нет, он очень туго рулится почему-то. Ну перегрелся. Все. Выходи на шоу. Подожди, на паркинг. А что ты вышла? Все, взорвался. Это бачок, спокойно. Это Радик либо бачок, ничего страшного. А как поставить на паркинг? Бачок взорвался. Ну, машина все равно приехала на эвакуаторе уедет. Не, ну здесь можно сделать самый главный вывод. Женщины и футбол несовместимы, как бы это ни было. И машины. Да. Шучу. Мои слезы, моя печаль. Ребят, у нас гелик погиб героически в этой битве, и поэтому мы решили, что будет справедливым закончить эту игру в серии пенальти. Каждая сторона должна выбить 5 мячей и выиграет та сторона, у которой будет больше голов. Ну что, вы готовы? Да! Сейчас решим, кто будет первый бить пенальти. Цуефа! Цуефа! Я первая, да. Давай. Господи, так нервничаю. Мой первый пенальти, кстати говоря, сразу на тачке. Мы посвящались с Никитосом. Надо, короче, разогнаться и хорошо ударить мяч, потому что может просто не докатиться. Давай! Привет, давай. Сходи сама. Уходи. Да, уходи. Давай, сейчас. Я думала, почти. Это было опасно. Да. Может, главное, чтобы он не попробовал на пятый забить. Очень интересно, как ударит Ангелина. Надеюсь, что просто ровно. Задача просто ровно ударить, и все. На ветер я не рассчитываю, мне кажется, он не работает. Давай! Раз, два, три! Все.
все. Ну, ура! Первый гол есть! Пожалуйста, надеюсь, я сейчас так не опозорюсь и просто забью ровно. Я посмотрела, как надо, Ангелина мне показала. Вот, возьмем ее тактику. Ну что, Егор, есть шанс? Мне кажется, есть. О, 50 на 50. Сегодня не мое вообще просто. Подожди, еще не докатился. Ура! Блин, Саш, ну это легко, ты должна. Выглядит очень, очень легко. Почему у меня не получается тогда? Ну ты потому что ты не ровно по центру била, мне кажется. Не ровно по центру. Не ровно. Давай! Давай, Саня! Саня, вперед! Есть! 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 Хорошо! Нет! Нет, походу нет! Я больше не хочу играть в эту игру. Все, давай я сейчас за тебя, потому что если ты сейчас забьешь, уже будет неинтересно. А я попробую боком. Если ты не забьешь, то... То у вас у нее есть еще шанс. Что, дадим Диме право забить боком? По-любому. Давай. Так, попробуем боком по приколу. Понятно, что шансов мало, но можно попробовать. Не, ну это похоже на правду. Примерно как Саня, да. Только бог, Ваня, вперед. Не, на самом деле нормально, можно сделать. Че, давай, Никитос, твой черед. Вот, допустим. Главное, не вот. Давай, давай, нет, он улетел. Не, он по траектории такой же, как у тебя. Да. Ну, это сложнее, чем кажется, да. Есть! Да! Есть! Есть! Или пожалуйста, нет? Пожалуйста, давай! Нет! Ну подожди, подожди, я же рано радоваться. Технически подожди, он влетел. Я не поняла, ребят, ну в ворота он закатился. Значит, Саня, ты молодец! Придумаем правила на ходу, да. Один гол, ура! Но он выкатывается обратно. Смотри, сегодня не гол. Сань, гол отменяется. А теперь надо вам съесть проигравшим кое-что. Хотел сказать отдельное спасибо, что нам очень нравится на Ангелином канале снимать. Просто приехали, проиграли, говна сожрали чисто. Не, на самом деле, футбол на тачках имеет право на жизнь. Надо больше тачек. Не, я понял. Нужны ворота больше в два раза хотя бы. А, ну да, и вратарь. И вратарь, чтобы был, да. Вот тогда будет интересно. А иначе просто одной машиной легко переграждать. Ребят, ну пришел час расплаты. Мы точно должны это делать? Мне уже плохо. Можно свое мнение скажу? Я просто, когда подошел сюда, увидел кошачий корм, соус, молоко, я помню, селедка. Мне писали в комментариях, когда Настя на Туман проиграла мне в футболе, что она съела влажный корм и не должна была есть. Ну, ребят, таковы правила. Здесь у нас нутелла, здесь у нас селедочка на перекус. Сгущенка без растительных жиров. Сгучий чили. Вот, еще влажный корм и молочко. Молочко обязательно. Так, влажный корм мы сейчас это все вот сюда запихнем и красивенько размешаем. Хочешь понюхать первым? Я уже отсюда чувствую. Ну... Пахнет, блин, кстати. Ну нет, это просто нутелла с селедкой, типа, я бы так назвал. Не, я прям чувствую уже отсюда. Да. Пенка, смотри, какая. О, хорошая пенка. Не, вообще визуально это просто какао. Ну, типа, это, ну, вот это уровень. Статик. Ну, что можно сказать? Слушай, видишь, это похоже на маленький конус. Я бы вокруг тебя подрифтил. Так, ладно, ребят, беру. Ну, давай не нюхать. Раз, два, три. Целуемся, целуемся. Целуемся сначала, целуемся! Курка. Горько?
Горько! Быстро! Жгучий перец чувствуется? Горько! 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 Все, ребят, вы молодцы! Я проглотил зачем-то, не знаю зачем, машинально, потому что мне было настолько плохо, что я просто вошел в себя. Очень остро, отвратительно от селедки, кошачий корм вообще не чувствуется, и чувствуется молоко больше всего, вот. И это ужасно. А ты знаешь, что это вот сочетание селедки, рыбы и молока, оно дает очень хороший стимулирующий, да, положительный эффект. Да, спасибо. Если, короче, в следующий раз будет запор, я обращусь. На этой ноте надо заканчивать выпуск. Да. Спасибо, что позвали, ребят. Спасибо, что смотрели этот видос. Мы поцелуемся, а вы пишите свое мнение. А можно запечь что-нибудь, пожалуйста, воды, прощения? Нет.